Доброе утро. Смотрите, какое у нас утро активное. Закрывай, мало. Мы едем на базар. И эта прекрасная леди едет с нами. Проснулась. Ну, на минуточку. Сейчас 5:30 утра. Даша уже стоит одетая. Обутая. Ну, обутая смешно, конечно, потому что носочки и на шлепки. Кроссовки не было. У нас кроссовки не было. В смысле, кроссовки мы не брали? Даш, пожалуйста, не рисуй, я просила. У нас такое, похоже, как на дождь. Не знаю, может, это с утра, что, знаете, ну как, с утра. Вот. Еще. О, чуешь? А что на пол ставляй? Да. Мы уже приехали на рынок, людей еще немного. Вон там мама сидит, она с молочкой сидит. А вон, я вам вот так вот покажу, Васильевич с Дашей, видите? Они торгуют зеленью, капусточка, там все такое. Ну, я, в общем, не выхожу к ним, не хочу. Вот так еще рынок, смотрите, пустой. Вот. Торгуют, короче, редиской она у них, смотрю, покупает. А с этой стороны тоже, ну, видите, продают этот... Ой, господи, рассаду. Рассаду продают. Я немного стесняюсь идти, знаете, в селе люди... Ну, типа, так, пройти с камерой, если бы, может, больше было, знаете, то никто бы не обращал на меня внимания. А мне как-то, ну, вот, когда мало людей, стыдно вот выйти, вроде бы, знаете, идти снимать их как-то. Ну, как-то неудобно, вот. То я села в машине, да сижу. Мама купила Даше ящик круассанов. Конфеты, там, колбаски взяла. Ящик круассанов топа с вишнями. Даша очень любит с вишнями. У нас уже, видите, рынок. Так, людей собралось нормально. А мы уже и поторговали, кстати. Базарник. Это все, что осталось у нас. Трошки творога и один пучечок цибульки. Всем привет! У нас уже следующий день. Мы с утра полим. Вот ты чесночок, цибульку, це все мы уже спололи. Теперь перешли на бурячок. Дашулька у нас прям на первых этих, как у нас сказать, первые места берет. Передовичка. Да, передовичка. Да, полим бурячок. Ось маме помогаем. Вот, сегодня у нас воскресенье. А завтра будем ехать. Завтра будем ехать уже домой. У нас там коты ждут. Да, Дашуха? Помощница. Между прочим, я даже, честно, удивлена именно с Дашей, потому что она сапает быстрее, чем мы. И прям, ну я не знаю, наче в цей дитини моторчик. Так, а я все, иду, ложу камеру и буду дальше сапать. Не брала, ребята, камеру, просто, ну некогда было, понимаете? Не было просто времени. Мато, а це калина чи бузина? Калина, наверное. Калина. Мама хочет с бузины сделать еще квас. А це калинка у нас цветет тут на березі. Всем привет. Всем привет. Всем привет, ребята. Ой, сегодня у нас сегодня понедельник. 30 число. Я вчера вот немножко сняла и все, ничего не снимала, потому что работы очень много. Полки было очень много. Сейчас, смотрите, какой Даша пакет. Случайно камера вырубилась. Прогреваю сейчас, ребята, машину. Букет шикарнейший, шикарнейший. А букет. Как пахнет? Пахнет вообще. Пахнет. И это пион. Пионы. Пионы-шпионы. И мы с Дашенькой едем. Едем с Дашенькой, потому что мне нужно к доктору на 12:30. А сейчас уже 15 минут 10. Я так боюсь опоздать. Очень прям боюсь опоздать.
Дашуль, подай там бутылку с водой, мне надо. Звуку. Мне надо от доктора. Еще надо покупаться, приехать, машину разгрузить. Мама всего понадавала много. Прям много-много понадавала всего. Понимаете? А как мне пристегнуться? Мне же надо пристегнуться точно. Ну, так же и пристегиваться как-то. Как же тебе пристегиваться? Так как я все поливаю, видишь? У меня этот слив не работает. Мою. Мою. Пристегиваюсь обязательно. А ты этот немного открути себе. Нет. Почему? Нет, да, потом. Я хочу спать. Да, Даша сегодня, короче, что-то проснется, уснет. Я вообще плохо спала. Я тоже. Я в час уснула, в пять встала. Такой сон. А я в два часа проснулась, потому что у меня было ужасно плохо. Дашу тошнило. Живот болел ужасно. Ужаснейше тошнило. Ее не разбудишь, она же в час. Так я в час уснула, я не могла, Даша, спать. При том, что я в 10 ложусь, понимаешь? Я в час только уснула, я не могла спать. Даже я сюда не достану, ладно? Мам. А. Что? Жук. Что жук? Вот. Пес? Нет, вот в цветке. А, ничего страшного. Давай я его тебя выброшу. Тебя съест. Не съест. Сейчас съест. Окей. Мамулечка, спасибо. Зимонная зарядка. Да, все взяли. Скільки надавала всего, спасибо величезно. Спасибо. Да, уже все, мы всилися, вмостилися. Диви, як твоя воно сидить. Угу. Цвіте. Цвіте і пахне. Ох, як же вони пахнуть, яка красота. Це взагалі. Спасибо тобі величезне, мамо. Конфети забула. Да, ну, то це вже все принесла. Дивись. О, все, відкрився. Все, їдемо. Ми з Дашенькою вже вдома. Ой, господи. Так, все взяла вроді би. І я зараз їду к доктору. В ближайшее время будете видеть. Вот так вот меня. Вот. Потому что делаю передний зуб. Вот. И не хочу, чтобы вы меня видели. О! Боже! Что это был за звук такой? Вы слышали? Значит, все нормально. Блин, я так перепугалась. Вот это трахнуло дверима, да? Господи. Умка, нет, нет, не надо, зайка. Ты меня шкрябаешь. Иди, не надо. О. Наче не воняет. Боже. Боже, сейчас спізнюся. А где мой телефон? Люди добрі. Что-то так. Я не знаю, что оно там такое произошло. Такой звук. Так, надо ехать. Дашулечка, зайчику, иди открывай, маме. Иди открывай. Бо вже опаздую. Ну не, не опаздую ще, но. Фух, как жарко в маске, ребята, это жесть. Все, мои хорошие, буду ехать.